Так, друзья, смотрите, я сейчас вам расскажу одну из причин, почему автоматическая коробка передач при переключении с парковки на драйв, на реверс, почему она дергается. Узнал одну причину, почему. Ну, возможно, есть много других причин, но одну я расскажу. Вот смотрите, на дроссель два троса. Вот этот верхний трос от газа салона идет. Вот этот трос нижний, это от коробки передач. Смотрите, при нажатии газа она вытягивает трос коробки. Это трос вытягивается, потому что тут в коробке где-то соленоид, не знаю, что-то открывается. Вот она должна быть вот так подключен. Если сюда подключите трос от коробки, она дергается. Я первый раз, когда собрал двигатель, подключил один трос сюда. Вот этот трос у меня был вот здесь подключен. Она должна быть вот здесь. Если так поставите, коробка вообще не дергается, переключается плавно. С парковки на реверс, на драйв. Вот, нашел одну причину. Это двигатель 1GZ GAE, трамблерный. Она сейчас работает идеально. Если перекинуть этот трос, куда я сказал, вот здесь, сюда перекинуть, поставить по ошибке сюда этот трос от коробки, она очень дергается. Вот, хотел узнать одну из причин, которую я нашел. И еще есть вторая причина. Вот здесь есть эти трубки, вот этот, который сюда идет. А еще вот две есть снизу, вот этот и этот. И их тоже нужно правильно подключить. Это тоже одна из причин. Вот так вот, этот двигатель стоит на Волге.